Всем доброго дня! С вами компания Электромотор. Сегодня в нашем обзоре аккумуляторная пила Stark. Ее правильная маркировочка BCS3610. Шина здесь, рабочая часть 25 сантиметров. Давайте ее обзор. Кстати, в комплекте дают только пилу. В комплекте к аккумуляторам и зарядным есть масло. Так, давайте обзор. Так, рассмотрим. Все-таки новинка не только для вас, но и для меня. Смотрим. Здесь в этой пиле устанавливаются две аккумуляторные батареи. Написано 18 вольт. Каждая. Дальше идем. Здесь вот три защиты. Как понять три защиты? Во-первых, ручка вы никогда не нажмете при запуске, пока не подвинете рычажок. Ну, как во многих аккумуляторных пилах. Также вот здесь защита цепи. И почему три запуска вы никак не произведете, если аккумуляторная... Здесь есть сигнализатор вот такой вот, показывает заряд. И пока мы его не включим, вот этот сигнализатор, мы не запустим пилу. Ты видишь, по каждой батарее отдельно показывает. Ну да. То есть... Правая, левая. Ну, на батареях индикации, к сожалению, нету. Так что мы их можем тогда проверить, когда будет полная индикация. Ну, давайте дальше обзор. Здесь мне понравилась, кстати, вот заливная горловина для масла сверху. Почему? Потому что во многих же заливная горловина, пробка заливной горловины находится сбоку во многих. А для того, чтобы заправить, ну, уже надо придумывать или ставить ее на бок. А здесь сверху заливной, вот здесь резервуар, в котором показывает, сколько у вас масла, что не надо открывать и смотреть, сколько его. По-моему, 120 грамм входит, но если заливать до полной, аж до горловины, так и войдет 200 грамм. Так что вам хватит надолго, чтобы смазывать цепь масла. Здесь мы смотрим упорный такой вот... металлический выступ, что не будет стирать. Дальше. Про шину мы говорили, 25. Что здесь особенного в этой пиле? Да, кстати, вот эта ручка прорезиновая. А здесь обычный пластмасс. Ну да, конечно, к этой пиле надо, к любому инструменту надо привыкнуть. Так же, как автомобили, садитесь в один и тот же автомобиль, а для этого надо немножко проехать, чтобы его понять. Видите, вот, почему я говорю привыкнуть? Потому что аккумуляторные батареи все-таки перевешивают эту пилу. И для того, чтобы уже приловчиться, надо немножко ей поработать. И потом... Намного она вам лучше понравится, чем первое впечатление пилы. А, кстати, здесь у нас очень, я бы сказал так по-простому, медленное вращение цепи. По-моему, 6,7 метров в секунду. 6,7 метров в секунду. Средняя обычно 12, а в таких продвинутых... Ну, отзывы не мои... 20. Привыкают, я говорю, довольно неплохо она себя ведет и режет. Ну, получается 40-вольтовый движок, 40-вольтовый двигатель, а скорость очень маленькая. Да, здесь специально вот охлаждение двигателя, потому что... Это все чистый пластик, да? Да, это пластик, ну, довольно неплохой, на мой взгляд, пластик. Ну, видел очень на ютубе там один... Чувак рассказывал, что она не хуже Макиты. Я скажу честно, своих денег она стоит 3000 гривен без аккумуляторов. Но, конечно,
Ну, не Makita, это... А, да, давайте ее попробуем запустить, да? Вот, ну, то, не Makita, я... но внешне очень такая приличная. То, что я говорил, вот, для запуска надо вот включить индикацию. И вот смотрите, она стоит на тормозе. Сейчас попробуем мы вот. Здесь ничего мы не... Вот видите, она подает сигнал. Она еще пикает, как что... холодильник. Ну да, она пикает... что мы еще не все сделали для запуска. Все, убираем ручной вот тормоз. Ну, попробуем. Все, вот наработали. Да, вот. Вроде бы не сильные такие обороты. Во, индикация горит. Показывает заряд. Вторая позиция, наполовину заряжен. А ну, о, все, отключили. Мы же его. В общем, на одной батарее работать не будет. Нужно иметь два. И две батареи. Как бы импортер рекомендует сразу брать и две зарядки, потому что в теории должны аккумуляторы быть заряжены одинаково. С одинаковой... Да, потому что когда одна зарядка, естественно, зарядил один аккумулятор, убил времени, потом второй... Рекомендую две зарядки, так что все в ваших руках, защитный чехол. На мой взгляд, цена и качество довольно неплохой вариант. Правда, я ее здесь металл, да. Не испытывали мы ее. Ну, в общем, это одна из самых дешевых, вернее, самая дешевая на рынке. Очень необычный дизайн, скажу, вот если много мы с Колей пересмотрели. Необычный, да, Коль, дизайн такой? Да, да, да. Не, она неплохая. Я вот, когда только ее собрали, взял в руки, были одни ощущения. Ну вот сейчас вот запустил, включил, сделали немножечко обзор, и я на нее совсем по-другому смотрю. Так что любой инструмент... Ну тоже, две зарядки нужно понимать. Нужно купить два аккумулятора. То есть... Да, аккумуляторы. Сзади там такая... Ой, сейчас. Где-то куда-то тяну, чтобы сразу их поставить живую. В общем, аккумуляторы в пределах 1100 стоят. Пила рекомендованная 2999. Ну и зарядочки где-то в пределах 500. В теории можем пилу, два аккумулятора и одну зарядку сделать там за 5000 гривен. Это такая спецакция. А так, промокод трава2020. Что там, Коля, тебе еще? Хочешь продать его? Ну, понравилось. Все хотят продать. Также здесь мы говорили о натяжке цепи. Давай посмотрим, какой там натяжитель. Да, очень так довольно просто. Вот смотрите, раз мы и уже отпустили. Натяжка идет, будем говорить, бесключевая, вот полоборота. Ну, немножко натяну. Все так. Она выскочила. Да, это я так, да. Давай уже откроем, посмотрим сам механизм. Обязательно. О, завертелось. Давайте мы ее разберем вот так. Так, а где шпилька, на которой она сидит? Ага, шпилька здесь осталась. Че она... Нет, оно, это специально вот натяжной механизм. Она вот здесь устанавливается, смотрите. Вот, вот выступ. Ага, не, ну обычно тут шпилька торчит, вот эта вот, которая... Ну да, здесь натяжечка и все. Вот она. И все. А получается вот этот... Ну обычно эта шпилька стоит здесь, и накручивается только ручка. Вот что-то так. Что-то оно такое. Здесь так, может мы... Может, она выкрутилась? Да нет. Отсюда, вот отсюда она выкрутилась? Да нет, никак. Здесь вот такой вот механизм. Ну, механизм понятный, но видите, получается, сама вот эта вот шпилька не здесь стоит, а на ручке. Че, у нас она выкрутилась, может? Нет. Ну, все. Вот так было, да? Да. Во. Ну, все, понятно. Ну, необычно. И здесь полоборота, раз. И натягивает цепь. Также ко всему надо привыкать.
И потому что берешь первый раз, и оно как-то вроде бы не совсем удобно натягивать. Мне показалось. А взял второй раз, попробовал. Ну, оказывается, не так пробовал, не так натягивал. Так. Что смотрим? Смотрим вот эту звездочку. Видел я, что там стоит на металлическом основании. Да, общая длина шины 30 сантиметров. Мы смотрим. Какие-то опознавательные знаки, кто ее делает. Рабочая. 25. 25. Low kick B. Слабый отброс, отдача. Да, шина ее родная, харьковская. По отзывам довольно неплохая. Я видел подобно, кстати, ну это какой-то один из китайских заводов делает, но я видел и под другими торговыми марками, не буду их называть, но очень похожие, вот, похожие пилы. Вообще, Stark необычная техника, получается 40-вольтовая, с двумя аккумуляторами. Зашли газонокосилочки, вот в этом году тоже была новинка, и тоже посвистели. Самый большой плюс, вот я скажу, как вот девочки на продавце, это цена. Больше всего заходят на сайт из запросов по этой пиле 3000 гривен. Люди видят 3000 гривен и удачный маркетинговый ход. Ну, 3000 гривен, но надо еще докупить два аккумулятора, я вам говорю, по 1100 розница. Надо еще докупить по-хорошему две зарядки, нету общей. Аккумуляторы тоже простые, там их разбирали вроде. То есть есть такие полурекламные видео, там они вообще говорят, что это Makita. И вся комплектующая Makita, и все там эти включатели Makita. Ну, видел там один украинский обзор. Просто. Ну, может так и есть. Я скажу, вот мое ощущение, не знаю, сейчас еще Коля скажет. Пила своих денег стоит. Одна из самых доступных на рынке для того, чтобы начать с аккумуляторки, то и как бы и весь электроинструмент Stark тоже один из самых доступных на рынке. Коль, твое ощущение, скажи, покупал бы, не покупал бы? 5000 гривен вообще, вот, за такую пилу. Не, ну 100% покупал бы. Если есть у кого сад... А если вот это Black & Decker сравнить еще, вот, и подобное тоже, 5000 гривен? А, вот, конечно, здесь вот она уже комплектуется аккумуляторами зарядными, да, вот это? Да, есть? Это тоже 5000 гривен, те же. Но аккумулятор здесь, конечно, поменьше. Тут только, это 18 вольт, тут только 2 ампер часа аккумулятор. А здесь 2 по 4. И здесь тормоз цепи, ты вспомнил. Здесь, во-первых, нету тормоза цепи. Это, да, это бутафория. Со всех, упор тоже, со всех пил, которые были в нашем обзоре, это такое одна, единственная такая уникальная без тормоза. Да. Может быть, выпускали, потому и не укомплектовали тормозом, потому что, как говорят, чем больше наворотов, тем больше проблем. И решили не ставить вот сюда тормоз. Ну, если выбирать вот и вот, вы говорите, одна ценовая политика. Ну, видишь, какой-то натяжитель, тут он гораздо больше, видите, а тут он вообще какой-то такой миниатюрненький. Сам даже натяжитель. Видишь, какой-то. Ну, тут как бы Black & Decker это имя, все-таки, как-никак, это, ну, известно. Не, однозначно останавливался бы на старте. То есть, в таком бюджетном ценовом категории одна из, так как, самых продаваемых. Ну что, друзья, вводите промокод «Трава2020». У вас всегда будет по этому промокоду дополнительный бонус. Ну и первых два дня за 5000 гривен вы возьмете комплект. А это две батареи. Дадим два зарядки вам. Дадим вам пилу. И даже на масло дадим, да, Коль? Да. Масло, кстати, берите, видите, тут оно. Ее родное. Масло для ланцуговых пил. Для цепных пил. Ну да, то, что рекомендует. Не забывайте масла подливать, потому что на сухую пила не должна работать. Все, Коль, давай попрощаемся. Что, да. ты, что, ты,
Что скажем? Будем рады. Будем рады.